Всем доброе утро! Мы с вами находимся в Дублине, это Ирландия. Здесь осень настоящая, здесь очень живописно. Посмотрите, какая красота! Так классно! Сейчас еще раннее утро, только 9 утра, поэтому немножко лицо еще не готово к съемкам. Вот, я сегодня гуляю с тремя девчонками, моими коллегами из Малайзии, из Крыма, Юля, вот, и из Португалии, девочка. Yeah, вот. Может, you can say hi now. Hello. Hello. Hi. Вот, и мы сейчас идем в музей пива Гиннес. Это должно быть Леген... Подожди. Дарна. Мы решили выбрать самый красивый путь, не самый быстрый, но зато самый красивый, через центр города. И вот уже Дублин радует своими зданиями красивыми. Сейчас мы подойдем к супер живописному парку. Я не знаю, получится ли в него зайти, но, по крайней мере, рядом мы точно будем. А если честно, вот здесь люди, которые любят живописные двери, они здесь бы очень порадовались, потому что я была в Дублине ровно год назад и писала пост. И вот это была моя картинка, помните? Если кто-то читал год назад, вот этот домик самый. Ну, насколько красивый, он до сих пор такой же красивый. Тут настоящая осень, желтые деревья, прям идеальная осень. И солнышко даже уже выходит. В общем, мы решили прогуляться, потому что, оказывается, все четверо очень любят гулять, но вы знаете, в такую погоду, когда просто осень, когда воздух можно есть ложкой, отвлекают от моей речи заготовленной. В общем, когда воздух есть, можно просто ложкой, он настолько вкусный, настолько свежий, что пользоваться транспортом, по-моему, просто грех. Вот. Что я хотела сказать, что когда я записываю влог, я никогда не записываю со второго раза. Это всегда все первый раз. Поэтому все мои запинки, ошибки, ну, вы мне их простите, потому что просто хочется создать эффект присутствия и сделать так, как есть вот сейчас, в данный момент, на самом деле. Вот. Мы идем, еще идти достаточно долго. Юля. Вот, смотрите, как классно. Ну, я не знаю, я себя лично чувствую, как в каком-то кино. Нашли еще одно здание, будь здорова, которое полностью обросшее. Как же это? Ну это просто слишком красиво, чтобы быть правдой. Посмотрите, красная дверь и красные листья. Конечно же, куда без Диснея, в центре города Дублина. Вот, мы вышли на самую центральную улицу, и сейчас у нас, по идее, по правой стороне будет Тринити колледж, там, где знаменитая красивая библиотека. Но туда мы сегодня не пойдем, мы там уже были. А с левой стороны музей виски, туда мы тоже сегодня не пойдем, потому что мы идем в музей пива. Все еще. Тут сейчас идет активная стройка, но, тем не менее, все равно очень красиво. Вот тут вот, за вот этими вот металлическими оградками виднеется непосредственно Тринити колледж. А вот здесь вот, в прошлый раз, может, тоже помните, я была в музее виски, вот он с левой стороны. Виски музей. Там классно. А это вот знаменитый, да, Тринити колледж. Вот если туда вовнутрь зайти, то там будет библиотека. Но он большой, у него огромная территория внутри, он просто потрясающий. Так, мы ждем автобус, наш 40-й. Вот он, третий по списку, должен прибыть через 4 минуты. Видом на Тринити колледж, со звуком ремонтирующейся дороги. Ничто человеческое, думаю, не трогает. И мужчина попал в кадр, а мы с нами. Сейчас просто едем в автобусе, в обычном дублинском автобусе. Смотрите, какие виды открываются. Если честно, я даже не знаю, что это, но как это красиво. Мы можем, кстати, по карте посмотреть, да, Юля? Сейчас посмотрим, а потом я в видео подпишу, что это было. Вот мы нашли это место, Christchurch Cathedral.
2030 год, серьезно? Очень красиво. Вот в реале. Спасибо этому автобусу, что довез нас. Мы делаем первый шаг и сразу па-бам! Наша цель на сегодня. А ну-ка, открывайте, пожалуйста, нам. Мы готовы. Мы готовы выпить пивка. Я только сейчас поняла, что нужно было взять наушники, и тогда в микрофон было бы лучше. Это слышно? Это просто закоулок какой-то церквушки. Ничего святого. Здесь церквушка, а дальше магазин Guinness. Музей пива. Нет, это реально завод, друзья, смотрите. Завод пива Guinness. Так, вот кому интересны цены, если вы покупаете сразу на кассе, это 20 евро. Нам еще дали, помимо билета входного, возможность выпить пиво или налить его самому на четвертом этаже. А вот, кстати, что это меню, что где делать. Our story begins here. Ну что, поехали? Немножко опаздываем, но я хотела показать. Смотрите, здесь Новый год. Здесь уже Новый год. Рождество. Круто, да? Так, все, нам пора бежать. Вот, да? Вот отсюда все началось. Это контракт, который подписал создатель Guinness на 9000 лет. В общем, здесь начинается с того, что нам показывают процесс приготовления пива от самых первых шагов. То есть это сбор урожая, солод, хмель, вода, все компоненты. Тут рассказывается о значимости воды. Воду добывают сами разводчики, которые находятся в горах. Вот так вот он выглядит. Will you come in then, if you're coming? Welcome to Arthur's Gallery. Will you take a stroll around and see what you make of them all? This is the real place to be. Shake a leg then. They say that Arthur is the magical fifth ingredient for Guinness. Собственно говоря, я вам сейчас покажу автора. Автора Гиннесса. Смотрите, какой здесь хороший свет. Это Артур Гиннесс. И чем отличается вообще это пиво от всех остальных? У него есть пятый секретный элемент. Пытаюсь прочитать. Магический, как его называют. И я вам попозже расскажу, когда дочитаю. Вот эта девушка рассказывает о семье Гиннесса. Представляете, в те времена, когда они жили, у ребенка было только 50% возможности выжить. И семья Гиннесса родила 21 ребенка. И по статистике получается, что его жена была беременна 16 лет в жизни. Готовить пиво нужно пройти 5 шагов. Первый шаг – это обжарка. И нам рассказывает все вот это причина. Второй шаг на английском называется «маш». Это как давливание. Firstly, the purest of water sourced from the Wicklow Mountains. Огромный музей, мы просто ходим вот так поверху, когда мы только начинали, нам показали, как будто мы находимся в стеклянном стакане, вот, поэтому здесь все вот так в стекле, и внутри, вон там внизу все начиналось, и мы пойдем еще выше. Тяжело. В этой части рассказывается о том, как подготавливались бочки. Прелесть. Бочечки пива везут по миру. Пиво, которое путешествует. Так, мы едем дальше на эскалаторе на четвертый этаж.
по идее, здесь мы можем сами себе налить пинту пива, обещанно. Часть мы ждали больше всего. Комната, где можно заниматься. Это самая большая очередь, конечно. You get two samples today. Wow. Good for you, mate. So as you're holding it, you might be able to back me up on this. You will notice as well that Что, мы сейчас попробуем? Ням-ням. Здесь находится... Например, таким карамельным вкусом. Здесь находится целый этаж рекламы Гиннесса. Она у него всегда очень необычная. Это их символ Альфа, которая изображена на пиве. И здесь с разных годов разные участники реклам. Вот, например, морской котик с пивом на носу. Кенгуру, которого, естественно, входит в карманчики пива. И все в таком духе, очень много разных реклам. Смотрите, мне еще нравится, сейчас покажу. Вот это. Молодые люди мне закрывают обзор. Очень страус. И еще один я вам сейчас покажу момент. Пока смотрите. На вид. Это, по-моему, будет сейчас самый психодел. Вот. Слов не знаю, вот эти вот рекламы вы даже помните. My goodness, my goodness. Не переживайте, ничего такого, просто свистящая устрица. Еще одна рекламная кампания. Я думаю, что эти часы показывают, что время пить. Пить Гиннес, конечно. Очень классно для тех, кто любит рекламу. Этот этаж, конечно, находка. Этаже, наконец-то мы попробуем пиво. Самое приятное в том, что мы поднимаемся, что на 7-м этаже открывается красивый вид на город. Вот он, тот самый момент. Пришло время попробовать. We just can come close, please. You can come here too. And I move you for the picture. Главное, выбрать like pictures. Can you start? Yes. How about the picture? 45 degrees. No, I'm gonna take a picture when you are doing that. Okay. Okay. 45 degrees and... Это очень ответственный момент, потому что нас специально учили очень долго. Pull away down. Perfect. Stay there, stay calm, don't move. Yeah, till it reach. Now straight your balls. Красота! No, you can. И посмотрите вообще на эту красоту. Это просто каскад, вообще водопад пивной. Гиннес — это, конечно, не пиво, это просто произведение искусства, я считаю. И потом еще нужно ждать около 2 минут, пока непосредственно пиво превратится в черную массу. Да? Вот само пиво, которое можно пить. Скоро, скоро, уже трубы горят. So I need to put it there. Over there. And you know it's yours, okay? So we have a combo now. Yes. Because we need to be fast now. So now we're gonna just top up. Okay? So just push through, and then you wait for. You can go really easy. You can pass like about 1-2 millimeters like this, and then step 6 is just the perfect presentation. You set your Guinness, always the Guinness facing your client, and you say. Enjoy Yoga your Guinness. Facing it's very guys. Important for us to enjoy your Guinness, okay? Just feel a bit, yeah? Ага, ага. А, в другую сторону. Вот, теперь мы формируем пенку. Вот, теперь оно идеально. I ask you to set here all the Guinness, please. Ксюша, наслаждайся Гиннесом через пару секунд.
сейчас я попробую пиво таким, каким его создал Артур Гиннес, и каким его надо пить в идеале. Ну и за все наши старания мы получаем... Yes, you can do just as for. Thank you. Ta-da! Thank you. Теперь мы дипломированные специалисты. Теперь у меня есть сертификат, так что я готовься. Это вид из лифта. Мы приехали на 7-й этаж. Здесь классно. Здесь все такие веселые, довольные, с пивком. Мы тоже взяли пиво. Здорово. Очень здорово. Пиво с видом. Конечно же, на все знаковых местах будут приставать со мной. В общем, смотрите, это место для фото, а это место для фото. Это 7-й этаж. Так, мы пришли. И нам дали столик, смотрите, с таким видом. Наш обед, наша красота. Приятно. Если что, идеальное сочетание устрицы и пива Гиннес. Приятного аппетита на начало. А теперь время супчика. Вот знаю. Девочек по-скромному, картошечка и мясо. Наконец-то собрались. Здесь много-много всего. Но я бы хотела вам показать конфеты со вкусом пива. Если честно, я уже пробовала, они очень вкусные, их почти не ощущается горчинки, и действительно очень необычный вкус. Девочки, мы купили себе сувениров, я сдержалась. В общем, спасибо, это удобно. Нам пора. Так, мы немножко разделились с девочками, они поехали в местный праймарк, называется Пеннис, ну, по слову Пенни, монетка. Вот, а я решила прогуляться до отеля через парк. Вот у меня здесь на фоне Trinity College. И я иду, собственно, обратно. Входит в парк, сразу начинается совсем другая вообще атмосфера. Смотрите, какая здесь сегодня тусовочка птичья. А, это потому что шикарно. Здравствуйте, они вообще не придумали. Какая прелесть. Ой, я. Смело. Просто идешь, идешь среди птиц. Необычно. Единственный момент, что я не совсем знаю, куда идти. У меня даже нет с собой карты, я примерно представляю. Надеюсь, что моя интуиция меня не подведет. Ну, по крайней мере, полюбуюсь красотой. Это вообще удача, посмотрите. Белочка. Привет! Привет! Приветик! В прошлый раз, когда мы здесь год назад гуляли с девчонками, был дождь, и было очень холодно. В этот раз, мам, ты не ошиблась, действительно, погода просто классная, потому что вообще не было дождя, очень приятно, вообще не холодно, несмотря на то, что я тепло одета, я просто мерзляк, сами понимаете, 5 лет в Дубае жить. Вот. А, но на самом деле погода очень классная, и гулять просто одно удовольствие. Уже, кстати, пошел 7-й километр. Ну что? Я могу вам сказать, что сегодня все получилось. Я ни разу не потерялась. Помните, в начале видео я показывала вам здание, которое год назад было заставкой моего блога. Вот, я его нашла опять. Этот домик. С него сегодня все началось. Значит, это правильный поворот. Я почти на месте. Ура! Вот, а так как иду одна, и, в принципе, всем все равно, что идет какая-то девочка, разговаривает с камерой. Могу вам сказать, что очень классное чувство, очень приятный получился лейовер, и мы классно погуляли, было бы круто, если бы так всегда было. В принципе, так всегда и есть. Я продолжаю прогулку по улочкам. Вот эти вот все миленькие здания, это разные кафешки, ресторанчики. Те места, где, знаете, возле которых сфотографируешься, и каждая фотография сразу превращается в картинку. Цветы везде. Даже плитка. Видите, какая фотогеничная. В общем, жить в Дублине и быть инстаграмером очень. В принципе, я купила все, что надо было. Вот это было самое главное.
Юра, жди. В общем, на этом я, наверное, буду заканчивать. Всем спасибо большое за внимание. Надеюсь, что вы тоже провели интересные, не знаю, сколько там, минут 10 получится, которые на самом деле сложили очень классный сегодняшний день в Дублине. Вот. До скорых встреч. Я сейчас немножко посплю и полечу обратно в Дубай. Покажу, кстати, напоследок свой вид из окна в этот раз. Очень, очень даже миленький. И наконец-то отправляюсь. Так как это Ирландия, то в ванной есть обязательный атрибут. Я не сразу поняла, что значит open here. Но на самом деле, если разобраться, это открывашка. Поэтому если вам принесут пиво или какой-нибудь колу или фанту, то имейте в виду, открывашка будет здесь, в ванной.